На уроках здоровья женщинам рассказывают, что грудное молоко – идеальная пища для детей до года. Оно безопасно и содержит антитела, которые защищают от многих распространенных болезней, дает малышу необходимую энергию и питательные вещества. Особенно важно кормление грудным молоком до 6 месяцев. Неделя популяризации грудного вскармливания, объявленная Министерством здравоохранения России, проходит с 29 июля по 4 августа. Консультации уже получили 30 будущих мам.